И звезды. Шел человек вдоль берега морского и видит, мальчик что-то взял с песка и в море бросил. Наклонился, снова взял что-то там для нового броска. Что он бросает? Камушки, ракушки. И человек, поближе подойдя, внезапно ахнул. Столько звезд на суше не видел он нигде и никогда. Спросил: «Зачем бросаешь звезды в воду?» Тот оглянулся: «Здесь, на берегу, они с отливом все погибнуть могут, и я уже помочь им не смогу». «Безумец!» — человек вскричал. «Ей-богу, ты посмотри, здесь миллионы звезд! Твоя попытка ничего не сможет для них хоть что-то совершить всерьез. Для всех изменить всерьез. Для всех не смогут». Он сказал с улыбкой и бросил в море следующую. Но для этой звездочки моя попытка теперь, я думаю, изменит все.